Вы к кому? А вы к Горбу Фонто? Он самый. Экспресс-доставка, вам пакет. От кого? Понятия не имею. Вы же хотите справедливости? Хотите наказать меня за то, что я взорвал ваш дом, убил ваших близких? Даю возможность. Поймайте Филатова. Приведите его, куда скажу. А нет, я просто исчезну, вы никогда меня не найдете. Только так. Достаньте мне Филатова, и ваша справедливость свершится. Он еще условия ставит мин вины. Видимо, хорошо, а у покоцали. Если сам сделать ничего не может. Ты что думаешь? Что я думаю, друг? Я думаю, не слишком ли мы большую цену платим, ну, за эту справедливость? Не, правда. В начале этого пацана грохнули. Потом, не дай бог, еще у кого-нибудь. Я на такое не согласен. Правда. А ты, вы согласны? Если нет, Антох, то самое время тормознуться, правда, поставить точку. Пусть они живут, черти големы. Что-то я не понял сейчас. Ты что, сливаешься? Ты мне объясни, я... То есть ты говоришь, пусть живут? Пусть эти твари живут! Ты делёхе объясни, что брат он просто так сдох! Людям объясни, что родственники просто так погибли! И что мне одна скотина за это не ответит! Ты что, сливаешься, я не понял, а? Руки убери. Руки убери от меня! Мы с тобой вдвоем здесь ничего не решаем. Соберем всех, и пусть каждый выскажет свое мнение. Филатов этот сдал своих приятелей, и их расстреляли. Вместе с женами, с детьми. Но один опер выжил. Теперь Филатов, чтобы спрятаться от него, снимал в нашем доме две квартиры. В разных подъездах, но с одним общим балконом. Через Жейную квартиру как раз он только входил и выходил. Жил в другой. Никто об этом не знал, но, собственно, это и спасло его от взрыва. Крыса-то... Опер как-то выследил его, заложил взрывчатку и подорвал. Видимо, другой возможности убить у него не было. Помните, у следаков была версия про подрывника-маньяка? Так вот, зуб даю, что он знал про этого маньяка. Ну и специально устроил этот взрыв, чтобы отвести от себя подозрения. Хотите сказать, что он обрушил 20 квартир ради одного человека? Я тоже поначалу не верил. Но это факт. Это правда. Я, конечно, извиняюсь, но кого мы только уже не подозревали. Да он это... Подожди, Жень, подожди.
Вот флешка, Лен. На ней его чистосердечное признание. Он готов нам сдаться, если мы приведем к нему Филатова. Потому что сам он сделать не в состоянии этого, он не может его поймать, потому что он ранен. Вот такие пироги, друзья. Теперь все зависит от нас. Как мы решим, так и будет. Можем отдать эту флешку ФСБшникам, но можем и не отдавать. Мы должны понять, чего он заслуживает. Тюрьмы или смерти? Смерть. Тюрьма, даже пожизненно, слишком мягкое наказание для этого ублюдка. Смерти. Я за то, чтобы мы сами с ним расквитались. А я нет. Хватит геройствовать. Правду мы узнали, доказательства у нас есть. Пускай его судят. Я тоже согласна с Машей. Это слишком далеко зашло. Пусть этим занимается полиция, ФСБшники. Отдайте им флешку, и рано или поздно они его найдут. А если нет? Такое тоже возможно. Он сейчас почти что в наших руках. Он сам готов сдаться. Да, но на каких условиях? Это же нереально. А что, если он вообще уехал из страны, из города? Как ты будешь его искать? Да, задача, конечно, сложная. Но выполнимая. Серьезно? Ты знаешь, где он прячется? Я... не знаю. А вот я могу узнать. Получил мое послание? Получил. Что решили? А знаешь, мы согласны. Просто очень хочется в глаза тебе посмотреть, ублюдок ты конченый. Посмотришь. Ты, главное, приведи Филатова. И поторопись, времени у меня мало. Ты смотри, не сдохнет он. Нет, я дождусь тебя, не переживай. Как будут новости, звони на этот номер. Анют, ты слышишь меня? Ой, Господи. Не бойся, я не дура, чтобы себе вену скрывать. Просто мне плохо и одиноко. Солнышко, ты как? Почему все, кого я люблю, умирают? Папа, Гарик, почему все так происходит? Как проклятие какое-то. Нет, это не проклятие. Проклятия не существует. Это все люди творят. Жестокие, озлобленные люди. Это зло проникло в наш дом, и он рухнул. Его так просто не победить. Твой Гарик пытался, но не смог. Присаживайся, бес. Покушай с нами. Не голоден, но спасибо. Я слышал, у вас с Юрой конфликт вышел. Ну так, непонятки. За этим и пришел. Мне перетереть с ним срочно надо. Малеву черкани, мы передадим. Мне бы лично с ним повидаться устроишь. А по телефону не судьба. Хоть час.
Маша, с глазу на глаз надо. По-братски прошу. У Волчка скоро будет встреча с адвокатом. Запиши. Позвонишь ему, он все сделает. Привет. О, я уже вернулась. Смотри, какую красоту заказал. С нашей с тобой родины. А? Качество. Симпатичный. Так что можешь вещички потихонечку складывать. Если маловато будет, еще закажу. Спасибо, Валер, но не нужно. Я все равно скоро уезжаю. Надолго? Надолго. Ты знаешь, я решила вернуться домой. Я пожила тут, и хватит. Давно надо было это сделать. Не понимаю, зачем тянула. Наташа, сядь. Хочу оформить на тебя дарственную, чтобы половина этой квартиры была твоя по закону. Да ты что, Валер? Я так не могу, нет. Это твоя квартира, я тут с какого перепугу. Я так решил, так и будет. Ты мне ничего не должна, я тебе ничего не должен. Но жить ты будешь здесь. Ну, перестань, Валер. Я буду тебя стеснять. Не будешь. Поехали. Куда? Нотариус. Я записал вас в сайт помощники, я не поэт, но если будут спрашивать, как вы говорите? Костюм от лицу. Благодарствую. Только, пардон, руки свои старайтесь надержать на виду, там у вас наколки. Это да, последний раз сюда меня под команду приводил. Надеюсь, сейчас там вас уже никто не помнит. Умнец. Позовите, как закончится. Юрий Николаевич. Доктор, в уголочке покемарь и ушки прикрой. Говори. Слушай, этот мент Филатов, ты же знаешь, где ухавается? Я много чего знаю. Ну вот и отдай мне его. Тебе зачем? А я через него на оперу выйду. Приманка нужна. Нет? Не отдам. Филатов мне еще самому пригодится. Слушай, Волчок. Это же с тебя все началось. С той самой мусорской бойни. Не надо было этого делать. А ты ничего не попутал, без? Ты что-то мне предъявить хочешь? В этом взрыве погибло 22 человека, 22 близких для меня человека. Старики и бабы. Тебя это никак не трогает, и ты считаешь, что ты здесь вообще ни при чем. А это я их взрывал? Или люди мои? Вес, такие предъявы не канают. Волчок, я понимаю, что
Если судить человеческими законами, а не вражескими, то получается, что это ты запалил фитиль. Именно ты. И на твоей совести 22 жизни. Ты оборзил, бес. Ты кто такой, чтобы меня судить, бес? Я живу, а ты не. Не забывай. Волчок, я Клифф напялил на себя, приперся сюда для того, чтобы не унижать тебя, а просить помощи. Мои люди требуют справедливости, я считаю, что это их право. Но без Филатова нам никак. Слушай, этот Филатов где прячется? А ты что-то должен этим своим людям? Эти люди теперь моя семья, понимаешь? Семья. Семья. Мне казалось, что мы твоя семья. Или уже не так, бес? Что с тобой? Или ты от Воровского отходишь, а? Я обещал этим людям помочь. Я хотя бы знаю, за кого я впрягаюсь. А ты знаешь, за Филатова. За крысу мусорскую. За Иуду, который своих грешей за бабки слил. Тебе самому-то не впадло? Убеди. Нужна приманка, забирай. Только это теперь твоя проблема. Филатовский адресочек тебе дадут, только выцеплять ему будешь сам. И сам, своими собственными ручками. Оперу этому вольтанутому голову отрежешь и моим людям принесешь. Воду в квартиру. Скрыть сможешь? Я же не домушник. Я же пытался научиться. Но с Володой как-то проще выходит. Жалко. Да. Сейчас бы пригодилось. Надо бы проверить, дом он вообще или нет. Ну-ка, свинти-ка отсюда. А это, слышь, ты же вроде как в его хате жил. Он тебя не узнает? Ну, я свой портрет и по стенам не вешу. Михалыч! Михалыч, открывай! Михалыч, открывай! Михалыч, ну чё ты? Не знаю, что ли? Ну и пошел! Ура! Куда стопудов в квартире? Да я понял уже. Слушайте, может его как-нибудь выкурить? Ну, типа бензинчиком подвесить, да, поджечь? Нет, не вариант. Этот скорее заживо сгорит. Ну да. А какой, вы говорите, у него этаж? Восьмой? Балкон есть? Балкон есть, Валера. Только ты до него хрен доберешься. Почему это? Я два раза так делал. Я дверь захлопывался, так я с крыши залезал.
Надо только скинуться, снаряжение купить, и все. А готов. Ну, допустим, на балкон ты заберешься. А в квартиру как? Один без нас? Рисково как-то. Рисково. Дверь открою, вас спущу, а там уже видно будет. Других вариантов нет. Ночью я ему ствол дам. Ну так попугать, что типа руки в гору, все остальное. Ты же сможешь? Я же сам предложил. Слышь, мужики, наш тут кто-нибудь на стрёме остался. Слышь, давай зарубим. Не-не, я с вами. Давай. Потом еще дозвонишься. Сможешь? Погнали, сможешь. Короче, Лаша, если ты ничего не можешь сделать, скажи, не надо воду мутить. Алло, Лаша. Твою мать. Руки. Тихо. Руки. Тихо. Мужик, тихо. Спокойно. Я полицейский. Ты ствол опусти. Ну? Ты же не станешь стрелять полицейского, правда? Заткнись, я знаю, кто ты. Сказал. Тебе не ясно, что ли, назад я сказал? Хорошо, не дуй. В сторону, быстро! Я всех тут у вас завалю. Не дури, слышь ты. Тебе все равно, Свете. Кто за мной пойдет? Положу. Красавчик.
Да. Ну что, мы свои условия договора выполнили. Теперь ты. А дай-ка ему трубку. А мне что, не веришь? Говори. Ты меня слышишь, Миша? Да. Ну, наконец-то мы с тобой встретимся. Ох, как я жду этого момента, ты бы знал. Сколько раз я представлял, как это будет. Хватит. Ты, небось, уже обгадился? А ведь самое интересное впереди, у нас будет долгая беседа. Я хорошо к ней подготовлюсь. Антон, я скину координаты, встретимся там. После того, как я закончу? Да. Я ваш, как и обещал. Слово свое я сдержу. Мужики, отпустите, а? Бабки я найду, сколько скажете. Деньги — это не проблема. Я знаю, где взять. А? Засунь их себе, знаешь, куда. Антон, Антоша, подожди. Антон, не надо, послушай меня внимательно. Ты лучше меня убей, только не отдавай меня ему слугу. Давайте за Гарика. Пусть земля ему будет пухом. Царствие небесное. Как там Лёшка? Держится? Привет, мам. Пап. Гарик. Смотрите, как вы снова вместе все. А я тут один. Остался. Я всех потерял. Мне вас так не хватает. Гарик. Прости меня, пожалуйста, если ты меня слышишь. Прости, братик, я... Я себе никогда это не прощу.
Ждите меня там. Хорошо? Я надеюсь, что мы очень скоро встретимся. Простите, но пока мы все здесь, нам нужно решить, что мы будем делать дальше. Петров прислал координаты места. Он ждет. Я уже не уверен, что это правильно. Слышали, что он обещал Филатову? Пытки? Угу. И мне его не жалко. Он заслужил смерть. Он должен сдохнуть по-любому. Да все они заслужили смерти. Но... А не лучше ли нам самим его грохнуть? Грохнем его и по статье пойдем. Это хорошо. Но Филатова тоже нельзя отпускать. А что ты предлагаешь? А я ничего не предлагаю. Пусть судьба решает. То есть дадим ему револьвер с одним патроном? Пусть русскую рулетку играет? Ну, револьвера у меня нету, а вот рулетку я могу устроить. На месте этого торгового центра стоял наш дом. Там, где все началось, там и закончится. Ты хотел, чтобы мы тебя отпустили? Дойдешь, и ты свободен. Куда? Вон туда. Это твой единственный шанс на спасение. Вы что, с ума сошли? Я не пойду. Вы что? Не пойду я никуда. А может, ты хочешь, чтобы я тебя к Петрову прямо сейчас отвез? Выбирай. Это невозможно. Я же упаду. Может, упадешь, а может и нет. Твоя судьба сейчас в твоих руках. Черт! Цирк. Иди давай. Почти свободен. Какого хрена? Нравится? Нет. Я же сказал привести его ко мне, а ты что сделал? Я? Да ничего.
Это он сам. Мы так не договаривались. Ты ж хотел, чтобы он сдох. Ты ни хрена не понял. Я! Это я должен был сделать! Знаешь, меня даже радует, что ты до него не добрался. Ты столько всего сделал, чтобы отомстить, и все без толку. Теперь мучайся, Нина. Твари! Твари! Залезь, залезь, меня это радует. Вы хотели справедливого суда надо мной? Забудьте, вам меня не достать никогда! Нам похрен. Я надеюсь, ты сгниешь где-нибудь в помойной яме, потому что другого ты не достоин, псина. Вот и все, братцы. Проблем точно не будет? Нет. Давай, открывай. Заходи. Только ты давай побыстрей. Тебе здесь. За дверью подожди. Узнаешь меня? Ты. Я. Твою мать! Ты что натворил? Что должен был. Все дело закрыто. Честь имею.